Всем привет, ребята! Сегодня в видео пойдет речь не как вы привыкли об играх, каких-либо гайдах по ним и коротеньких видеоинструкциях. Вы можете просто альтабнуться, заниматься своими делами и немного послушать меня. Канал был создан 2 сентября 2014 года, и с этого момента у нас есть 11 тысяч подписчиков. Мы их очень и очень всех любим. Ну и набежало 2,5 миллиона просмотров. Когда мы с Вульфи запускали этот проект, Вульфи и Нитрич на Ютубе, это было как хобби. Я так же, как и все, приходил с работы поздно вечером, садился за компьютер, играл и заодно снимал видеоинструкции. Ложился спать поздно-поздно, с утра снова вставал на работу. В феврале 2015 года мы решили рискнуть. Были накопления. Эх, была не была. И я ушел с основной работы. Начали плотно заниматься каналом. Плюс ко всему, я начал стримить. Это был Lineage 2 Classic. Мне очень нравилось, так как вообще первая моя игра, это была Lineage. И стрим, и само общение. Ну, так сложилось, что наша конста распалась, и я ушел в Терру. И как оказалось, все, что не делается, все к лучшему. Нам очень нравится. Мы вам благодарны, что идет между нами общение. Обсуждение. Когда под видео мы видим аватарки одних и тех же наших подписчиков. Так как YouTube по сравнению со стримом это две разные вещи, и тут очень тяжело наладить именно контакт, так как он только в комментариях. Недавно один из подписчиков под видео оставил комментарий: «Нитрич, а почему вы как другие ютуберы и стримеры не оставляете реквизит для доната?» Мы даже не знали, что ей ответить. Нам хватало денег на жизнь, ну и плюс, как я уже говорил, были накопления. Сейчас с новыми проектами по играм, плюс, как вы все уже заметили, у нас еще появился проект rpgdon.com. Нужно его развивать, требуется все более мощное железо, чтобы не было просадки FPS в играх, по которым мы снимаем видосики. Картинка была четкой. Многие подписчики любят, когда я выкладываю PvP-видосы по Terra, BDO. Но из-за долбанного курса, я бы сказал, безумного курса доллара к рублю, невозможно как-то улучшать наш рабочий уголок. Вот совсем недавно пришлось брать в кредит видеокарту. А впереди еще хороший монитор, чтобы картинка была лучше, плюс качество на YouTube. Профессиональный микрофон и много чего, конечно же, хочется. Мы все-таки решились на то, что сделаем в своем паблике ВКонтакте колонку пожертвований. Да, я понимаю, сейчас выползет полным-полно хейтеров, да и всякое видео услышат те, кто первый раз на просторах интернета наткнется на наш канал. Хочу сказать то, что мы с удовольствием примем помощь. Лишь бы вот только вы сейчас меня правильно поняли, что я не прошу у вас денег, а так сказать пиарю то, что мы не против принять. Ну и от себя лично добавлю то, что мне тут некоторые личности пишут в последнее время, что я нанимаю каких-то драйверов и доначу в игру, использую какие-то читы, бот-программы. Поверьте, ребята, это не так. Когда настанет тот день, что кто-то вместо меня покачает моего персонажа, я вам об этом расскажу, не стесняясь. Как говорится, говори подписчику только правду и ничего, кроме правды. В нашей группе ВКонтакте мы расположили две таких забавных картинки. Справа картинка. Здесь вы можете посмотреть наши реквизиты. А слева будут отображаться имена тех, кто поддержал наш проект. Спасибо, ребята, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Ну и как всегда, всем хорошего настроения. Пока-пока.